у нас препод новый. Говорят, симпатичный. Тебе бессовестно наврали. Незрачный тип. А ты у нас так в мужиках разбираемся, да? У тебя все незрачные. Один ты красавец. Ну да, я комплексы не страдаю. Слушайте, нафига он вообще пришел? На заменах такая лафа была? Конечно. Зачем вообще уроки? Лучше всю жизнь прожить таким немчем, как ты. Ой, ладно. Че ты бузишь, Кулема? Давно сама ботаничка стала. Между прочим, этот историк нормальный парень. А ты, Платонов, дурак. Ой, посмотрите на нее.